Привет. У меня ствол. Эй, это тихий вагон. Здесь нужно говорить шепотом, сынок. Пистолет. Говори. Я готов. Вы получите нового, улучшенного меня. Потому что если несешь в мир добро, получаешь добро в ответ. Кажется, ты забыл, чем зарабатываешь на жизнь. Бери ствол. Каждый раз кто-то умирает. Мне это больше не по душе. Некоторые конфликты решаются только оружием. Ой, тут так круто. Ладно, что я должен стащить или забрать? Чемодан, ты же хотел что-то попроще в качестве первой работы? Проще не бывает. Ты пырнул меня? Я разрушу твою жизнь, как ты разрушил мою! Чувак, я тебя даже не знаю! Эта работа ни хрена не простая! Там что-то происходит. Да, я не единственный на этом поезде, кто ищет этот кейс. Лимон, где чемодан? Я его спрятал. Он был здесь. Мы идем по графику. Все, что когда-либо происходило с тобой... Будет больно, тварь! Привело тебя сюда. Судьба. Это хреновая сделка. Быстрее пули. О, нет, спасибо. Слушайте, у вас есть что-нибудь с газом? То, что надо, спасибо. Думаю, аригато. Точно не хочешь договориться? Не особо, нет. Ладно.